you're losing your crown till the afterglow. The afterglow. Всем привет, друзья, с вами Вула, и, как вы уже поняли, я вернулся в SimRacing. Ну и, соответственно, настало время модифицировать ассету Корсу по всем канонам. Модификаций для Корса у нас просто огромное множество, и это как и Skyrim от мира SimRacing'а, разве что вот только не крашится от любой лишней строки кода. В общем, сегодня, как вы поняли из начала видео, речь пойдет о серверах с трафиком. И я вам расскажу, как установить большую сборку карт и как, соответственно, запустить свой локальный сервер и поиграть с друзьями. Поехали по порядку. Первым делом накатываем на Корсу контент-менеджер. В описании будут ссылки на все нужные файлы и приложения, поэтому устанавливанный контент-менеджер, да и в принципе он существует уже столько лет, так что я не думаю, что вам потребуется разъяснение по его установке. Далее в контент-менеджере нажимаем настройки, CSP, ну, то бишь Custom Shader Patch, и там нажимаем Install. Далее во вкладке About Updates мы устанавливаем последнюю версию CSP, и CSP, в принципе, очень полезная штука, с кучей всяких возможностей от улучшения графики, погоды, эффектов, до всяких полезностей типа NECFX, через камеры и геймпад ассиста. Но, кроме этого, без CSP почти никогда нельзя зайти на сервер. Ну, он просто по дефолту требуется. Прежде чем создавать свои сервера, нам нужно улучшить контент-менеджер до полной версии, потому что в обычной версии эта возможность заблокирована. Конечно, я же бы вам порекомендовал задонатить небольшую сумму для поддержки разработчика и получить свой ключ, но можно воспользоваться ключом, который есть, к примеру, у вашего друга, либо же моим. Ну, посмотрите в описании. Вводим и получаем вкладку «Сервер». Теперь качаем с описания 5 архивов. Первым делом устанавливаем карты и трафик. Переносим архивы Tracks, MNBA, Traffic и Traffic Pack в контент-менеджер. Справа вверху нажимаем на 3 зеленые полоски и устанавливаем. Если что-то не установилось, ну, бывает такое, случается, то просто распаковываем архивы в нужные папки. Карты распаковываем по пути Content Tracks, а машины Content Cars. Дальше устанавливаем .NET SDK. Этот пакет позволяет нам без проблем создавать сервера, потому что без его установки, конечно, у меня бывали и работали, но иногда все-таки случались глюки. Поэтому устанавливаем и не заморачиваемся. Третий пункт, что является самым главным, это папка «Сервер». Кидаем эту папку взамен в корневую папку «Корсы». Теперь заходим во вкладку «Сервер». Вы ее можете вывести наверх, зайдя в настройки, в оформление и поставив соответствующую галку. Теперь тут появились пресеты серверов. Заходим во вкладку Entry List, в ней мы устанавливаем машины и трафик, который хотите использовать. Вы можете менять трафик и добавлять любые другие машины. Главное, смотрите, чтобы количество добавленных машин не было больше, чем capacity, указанное во вкладке Main. Добавляйте машины, на которые хотите играть, и запускайте сервер. Чтобы покатать с друзьями, качайте Radmin VPN, это бесплатное приложение для создания виртуальной локальной сети. Ох, чем я все-таки в свое время раньше не пользовался, и всякими и Хамачи, и Зератир, и Game Ranger. Но все же, на мой взгляд, сейчас Radmin — это самое удобное и простое по своему функционалу приложение. Заходим, создаем свою сеть, друг присоединяется к этой сети по имени и паролю, что вы создали, и все. Переходим в вождение в контент-менеджере, локальная сеть. Тут появится два сервера. В одном будет указан IP вашего компа, а во втором IP, который был привязан к вам в Radmin'е. Этот вот сервер вам и нужен. В списке машин трафик должен быть недоступен для выбора, а ваши автомобили доступны. Если же при добавлении машин что-то забагалось и трафик стал доступен для выбора, отключаем сервер, заходим в каталог, открываем entry list. В конце всех машин с трафиком должно быть прописано AI Fixit. Где не прописано, прописываем, со своих машин убираем. Сохраняем, перезапускаем сервер, готово. В контент-менеджере выбираем сервер, нажимаем кнопку «Пригласить» и отправляем другу. Вот и все. Теперь у вас есть собственные сервера с трафиком, которые вы можете катать. Чтобы создать свой сервер без трафика на каких-то других картах, просто нажимаем снизу на плюс, пишем имя сервера, выбираем любую карту, которую вы хотите покатать, в entry list выбираем машины и запускаемся. Но вот сейчас, в данный момент, по какой-то причине у меня перестали создаваться таким образом сервера. То есть я нажимаю Run, на мгновение что-то происходит, и все отключается. Причину я, к сожалению, так и не обнаружил, но придумал решение. Выйдите из контент-менеджера, переименуйте папку сервер, ну, допишите там в конце какую-нибудь билиберду,
Заходите в Steam, заходите в свойства, дальше установленные файлы и проверить целостность файлов игры. После проверки Steam вам докачает новую папку сервер, и уже в этой новой папке сервер вы можете создавать свои трассы. Да, это не совсем удобно, но, в принципе, если вы хотите погонять, вы просто заходите в каталог, переименовываете одну папку сервер на билиберду, вторую переименовываете на нормальную, и все, и у вас опять есть сервера с трафиком. Надоелось кататься на этих, заходите опять в папку, переименовываете эту папку обратно на билиберду, ту папку обратно на сервер, и катаетесь. Никаких проблем как бы с этим больших нету, но вот что есть, то есть. К сожалению, я не знаю, как исправить это именно аппаратным путем. Если вы нашли решение, напишите в комментариях, я потом дополню информацию в описании. Ну а на этом, друзья, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, также стримы. И играйте только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока, ребят.